Мероприятия, посвященные Дню Победы, 8 и 9 мая, проходили не только в Саратове, но и во всех городах области. Так, в Ртищево к юбилею заложили капсулу в основание будущего памятника детям войны, который собираются построить в ближайшее время. Подробности в нашем следующем материале. Их детство забрала война, но память жива и поныне. Дети войны собрались сегодня у постамента будущего памятника. Его посвятят им, тем, кто в свои несколько лет узнал, каково это – голодать, замерзать и бояться малейшего шума. И холод, и голод. Все мы видели. Мы, хорошие, ничего не видели. И, значит, я помню, нас мать с детства водила сюда, вот по всем этим вот, смотрели мы, дети, нам интересно было. Идея создания памятника принадлежит ртищевской активистке Александре Овчинниковой и ветеранам. Говорят, нельзя забывать не только тех, кто не вернулся с фронта, но и тех, чье детство тоже не вернется. Инициативу по созданию памятника поддержали местные власти. Я целиком и полностью поддержал эту инициативу Александра Степановны Овчинниковой, чтобы в городе Ртищеве появился этот памятник. Потому что в годы войны родилось очень много миллионов жителей, которые испытывали такие же тяготы, только некоторые на фронте, а эти в тылу. И я думаю, что они заслужили этот памятник, который обязательно будет установлен в нашем городе. Памятник детям войны появится в центре Ртищева. На этом месте раньше стояло зенитное орудие, но его отреставрировали и перенесли на главную площадь города. Здесь и вечный огонь, и доска героев. Зениткой пополнился мемориальный комплекс, возведенный в память о защитниках Ртищева. Это уже будет как бы центр патриотического воспитания, раз. Это будет центр, куда люди целенаправленно приходят, два. Потому что есть и другой центр отдыха, который буквально 2 года назад сделали в центре Ртищева, где установили великолепный фонтан, который работает, и туда молодежь приходит. Пока в основании будущего памятника заложили капсулу, местные власти уверены, постамент долго пустовать не будет. Ртищево собирается организовать специальный марафон по сбору средств для постройки памятника детям войны. Вполне возможно, его установят уже к следующему юбилею Победы. Екатерина Ковальчук, Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.